Еще один дизайнер, который меня вдохновил на создание образа, это Трис Ван Нотен. Как вы видите, я здесь использовала широкие мужские брюки, жилетка, перчатки и топ с жабо. Вы можете использовать вместо топа просто очень красивое ожерелье. Можете заменить перчатки на кожаные, и у вас получится достаточно оригинальный вечерний лук. Не забудьте про мейкап и соответствующую прическу, и также широкий пояс. Вы сможете заменить жилет на более спокойный, из тонкой шерсти. Или, например, надеть блузку, которая в тенденциях этого сезона, с крупным принтом. В этом образе присутствует еще одна очень популярная тенденция – юбка поверх брюк. Она может быть узкой, может быть покороче. Брюки могут иметь любую форму. Жилет с широкими брюками смотрится превосходно. Вместо жилета вы можете использовать любую красивую кружевную блузку, что придает более женственный образ вашим широким брюкам. Я бы скомбинировала их с черным цветом. Широкие брюки и кружевная блузка. Идеальный вариант на вечер. И, естественно, бордовые губы. Для более повседневного, теплого и расслабленного образа этой осенью я бы порекомендовала скомбинировать серый и бордовый. Широкие серые брюки и вязаный джемпер.